Жили-были муж, жена да свекровь. И решили они пойти на телепередачу, чтобы выиграть побольше деньжат. Вот только никто из них не предполагал, что там может произойти. Друзья, сначала ставим лайк и теперь смотрим. Вопрос номер один. Будучи взрослой, вы когда-нибудь притворялись плачущей, чтобы получить то, что вам нужно? Да. Я женщина. И этот ответ? Правда. Второй вопрос. Вы когда-нибудь лгали полиции, чтобы не попасть в тюрьму? Мой ответ – да. Правда. Третий вопрос. Можете ли вы честно сказать, что вам нравится проводить время со своей свекровью? И мой ответ – да. Правда. Вопрос четвертый. Считаете ли вы, что ваш муж делает все возможное, чтобы обеспечивать вашу семью? Да. Правда. Пятый вопрос. Был ли день вашей свадьбы самым счастливым днем вашей жизни? Нет. Воу. И этот ответ? Правда. Шестой вопрос на 10 тысяч долларов. Вы когда-нибудь ломали что-либо из мебели во время ссоры с мужем? Столько, что не сосчитать. Да. Правда. Вы когда-нибудь врали своему мужу о том, где вы находитесь после работы? Я отвечу «да». Правда. Десятый вопрос. Считаете ли вы сексуальные отношения с мужем обязанностью? Мой ответ – да. Правда. Одиннадцатый вопрос на 25 тысяч долларов. Считаете ли вы себя хорошей женой? Ваш муж хочет, чтобы мы пропустили данный вопрос. С тех пор, как вы замужем, давали ли вы когда-нибудь свой номер телефона мужчине, которому испытывали романтический интерес? Отвечу «да». Правда. Вопрос 12. Есть ли у вас какие-либо секреты, которые могут разрушить ваш брак? Да. Правда. 13 вопрос. Были ли у вас когда-нибудь сексуальные фантазии, связанные с кем-то из друзей вашего мужа? Мой ответ – да. Правда. Вопрос 14. Испытываете ли вы романтические чувства кому-либо, не считая вашего мужа? Вам нужно ответить. Я отвечу «да». 15 вопрос. Были ли у вас сексуальные отношения с кем-либо из друзей вашего мужа, и вы никогда ему об этом не говорили? Мой ответ – да. Правда. 16 вопрос. Считаете ли вы, что заслуживаете мужа получше? Нет. Правда. Вы можете забрать свой выигрыш. Я предъявляю. Хорошо. С тех пор, как вы замужем, были ли у вас сексуальные отношения с кем-либо, не считая мужа, в вашей собственной спальне? Мне нужен ответ. Мой ответ – да. Правда. 18 вопрос. На 200 тысяч долларов. Вы все еще любите Чада? Да, действительно люблю его. Правда. Это очень много денег для меня и моих девочек. Нам хватит. Я осенявливаюсь. Хорошо. Отлично. Спасибо. Все хорошо? Да, я счастлива. Поздравляю. Спасибо. 200 тысяч долларов. Я в шоке.
Что скажете, друзья мои? Я жду ваших комментариев, ваших мыслей, ваших мнений. Всем большое спасибо за поддержку. Дальше. Больше.